Добрый день, дорогие друзья, с вами канал ДТВ, и сегодня поговорим о коронавирусе. Еще 4 человека в России заразились коронавирусом за последние сутки 6 на 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Миру угрожает новый тип коронавируса. Все заразившиеся являются российскими гражданами. По данным штаба, трое инфицированных новым коронавирусом находятся в Липецке, еще один в Санкт-Петербурге. Как уточнили в штабе, у двух зараженных из Липецка болезнь протекает без выраженных симптомов. О такой особенности мутировавшегося вируса накануне сообщили специалисты. Все заразившиеся ранее посещали Италию, и именно эта страна стала крупнейшим в Европе очагом распространения коронавируса. Определен также круг лиц, с которыми контактировали инфицированные люди. Сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение, а точнее в штабе. Ранее 6 марта сообщалось о выявлении в России 6 случаев заражения коронавирусом. 5 случаев выявлено в Москве, еще один в Нижнем Новгороде. Все заболевшие также до этого побывали в Италии. При этом, заметьте, первого заразившегося коронавирусом россиянина уже выписали из больницы в Москве. Накануне власти сообщили о его выздоровлении. Ранее российские туроператоры и турагентства по рекомендациям Ростуризма прекратили продажи туров в Италию. Однако в эту страну по-прежнему едут самостоятельные туристы. Ростуризм рекомендовал всем россиянам путешествовать по России. Друзья, канал ДТВ рекомендует все же воздержаться от поездок в те страны, где сильно протекает коронавирус. Это такие страны, как Италия, Китай и вообще в принципе Европа, да, там, мы сейчас не берем Прибалтику. Будьте осторожны, покупайте маски специально, мойте руки с мылом обязательно. Не забывайте после каждой прогулки следить за гигиеной и за своим здоровьем. Смотрите за близкими, кто вас окружает. Всем здоровья, тепла, подписывайтесь на канал ДТВ, будьте здоровы, удачи, пока-пока.